Retro Console Team. Всем привет, дорогие друзья, дорогие подписчики, с вами Даниил МБ, а значит вы на канале Retro Console Team. Ребят, нам осталось буквально вот последнего босса победить в игре Donkey Kong Country Tropical Freeze. Мы играем на Nintendo Switch. Все, финиш. Надо его уже добивать. Честно вам скажу, это уже третий день, когда я пытаюсь его выиграть. Третий день. Я сегодня буду играть. Вчера я пытался записать. Позавчера пытался записать. И вот в предыдущие дни не давался никак этот босс. Сегодня, ну, кровь из носа. Надо что-то делать. Надо его уже победить. Мне кажется, будет круто. Кто впервые на нашем канале, ребят, во время записи я делаю паузы. Сегодня не знаю, как получится. Я думаю, так как у нас последний финальный босс, наверное, будет одна пауза сегодня. Потому что видео, возможно, получится не очень длинным. А бывает, если видео побольше, там, скажем, час-полтора, то я делаю две паузы. И в это время я рассказываю о играх, картриджах, которые у меня есть на Денди, на Сеги или на Супер Нинтендо. Но сегодня мы отмотаем вот одну игру, я вам пока не расскажу, какая она. Вот, это секретик. Вот, так что перематывать нельзя, ждите паузы, и обязательно я вам о ней расскажу. Что ж, давайте приступим. Уже злой просто, невозможно. Три дня его. Одного босса мочить. Ну что это за... Так. Раз. Два, третий сейчас. Отлично! Сейчас на вторую фазу перейдем. Класс, так. Переходим аккуратненько. За то, что мы попали в него три раза подряд, он сразу во вторую фазу. Здесь уже все скользит. Он начинает быстрее шевелиться. Попадать в него сложнее уже. Попали, слава богу, хорошо. Обезьянки-то нет. Ну, давай. Антошка, Антошка, пойдем сажать картошку. На, все отлично. Вот и попали. Так. Сердце. Сердце. Ладно, живу. Так, здесь будет опять 1, 3, 2, 3. Видите, 1, 3, я справа считаюсь. 2, 3. Да. Ху-ху!
Ой, хорошо, со сдуха. Сейчас будет тяжко, наверное. Блин, все. Сейчас вот. Живой! Просто, вот просто повезло. Это я не знаю. Сейчас будет вообще беспорядочно фигачить. Сюда, туда, туда, туда. Успевай. Так, сейчас еще этих, как его, пингвинов будет много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, нет. Да, много. Много больше, чем. Он еще будет очень быстро передвигаться. Здесь попали. Надо же. Так, ребят, держимся. Сейчас рога будут. Да что ты? Туп! Вот этот момент, конечно, надо еще пережить. Жили? Да не может быть вообще. Да как такое возможно? Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Ну вы видели? Вы видели? Когда он стреляет с этими драконами, этими ледяными, лучше подальше отойти, чтобы было время отойти там, сообразить, что было время, куда идти, чего. Да ты. Как нам показала практика, что в принципе это возможно. Хотя, конечно, сложнее намного. Но возможно. Там просто повезло, что мы туда. Давай. Раз. Два. Так, один, три. Два, три. Ну, иди сюда. Случайно, но. Раз. Да блин, выбор не возьми. Так, мышки пошли. Так, здесь будет два.
2, 1, 3, 2. Так. Да. Так. Так. Блин, вот все. Давай. Не попали. Попали. Еще раз. Да. Кто пришел? Папа. Папа. Это папа. Да. Привет, Алиса. Привет, Алиса. Привет. Дочь моя. Не ты. Не я, конечно, ты. Ты. Я. Да. Нифига себе. Спасибо. Тата. Да, лава. Лава, да. Видишь, какая лава? Да, надо. Не надо падать в лаву, да. Не надо, не надо. Ну, смотри, смотри. Смотри, пингвинчик какой там. Да. Видишь, какой дядя какой. Оп! Да. И ты, Тася! Конечно. Так, вот. Это кто, обезьянка, да? Правильно. Маленький. Большой. Правильно, видишь, какой. Алиса, ты все за меня уже сказала, получается, да? Так, 1, 3, 2 и 3. Вот я обезьянкой моей маленькой играю, видишь? Как ты думаешь, победим мы его сегодня? Правильно. Надо.
Папа 3 дня уже победить его не может. И я. И ты. И ты. И я. Я. А ты, ну понятно. Смотри, какой он сейчас побежит меня. Раз, он его на спину. Так, а ты он прыгает. Да. Да. Так, ой-ой, смотри, 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 видишь, да? О, вообще. Ай, ай-яй-яй-яй-яй. Вот Алиска ушла, ты и у меня это сразу прыгать стал. Ну. Ух ты как! Ну вот, мы дошли до этой третьей фазы. Че себе, ну это просто безуха какая-то, я по-другому сказать. Назвать это не могу. Так, все, спокойно, 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 спокойно. Ох, вали доленько мне. Алиса, смотри, какой дядя. Опа, попал. Угу. Так, смотри, сейчас он опять на меня побежит с рогами. Блин, как густо он. О! Да, вообще, смешной какой, да? Угу. Все, живем. Угу. Так. Ну, хватит, все. Тихо. Да, блин. Один раз осталось, наверное. Да. Да? Да. Ну, помереть бы нам тут. Так, все. Мы тут, ну, уже... Возможность уже появилась выиграть. Нам осталось тут... Ни о чем. Да. Ладно, хорошо. Тоже неплохо. Ребят, ну вот все, вот сейчас. Главное продержаться. Yes! Ах! Алиска! Алиск, иди сюда. Папа прошел. Стукни. Дай 5. Еее! Молодец! А, все, прошли мы с тобой эту игру. Да, все радуются на этот момент. Собаки, дети. Классно, да, Алис? Да, и я! Ну-ка, двигайся сюда. Я. Кто это? Смотри, он какой. Классный, да? Классный? Да. О. Ну что я тебе могу сказать, Алиса? Если долго мучиться, что-нибудь получится. Да, папа три дня не мог пройти его.
Папа, да? Представляешь? 3 дня. Хорошо, что ты пришла и помогла мне, так бы и я бы не выиграл. Да? Я! Конечно, все из-за тебя. Я! Да? И таки. Да. И папа. Ну все. Классно, да? Да. Да. Мам, еще папа. Ну что ж, наконец-то мы ее прошли. Господи. Я лично очень рад, ребят. На самом деле, очень рад. Учитывая, что игра непростая, сколько нервов мы потратили. Валидольная игрушечка, конечно, валидольная. Но очень крутая. Очень крутая, все равно. Галочка такая хорошенькая в моем портфолио игровом. И мы сегодня... более того, мы сегодня еще с вами... Вот сейчас, наверное, рассмотрим игру одну на Сегу. Одну. Сегодня одну, потому что ролик у нас не очень длинный сегодня получился. У нас сегодня только последний босс. А сегодня у нас... Ой. Rock'n'Roll Racing. Let the carnage begin! Shred is about to blow! Snake jams into first! Shred looks lost out there. Last lap. Классная игра. Действительно классная. Запоминающаяся. А гоночка такая на Сеге есть и на Супер Нинтендо. И, по-моему, если не ошибаюсь, на аркадных автоматах тоже, по-моему, она была плюс-минус одинаковая, немножко похожа. Но сеговская мне ближе всего. Там такие гонки, можно модифицировать машины, то и колеса, и двигатель, там и нитро, по-моему, оружие. Там тоже можно выигрывать, проходя трассы, зарабатывать там доллары, денежки какие-то, да, и за них покупать улучшения для своей машины. То есть и кузов можно менять и так далее. И чем круче у тебя машина, тем, конечно, легче дальше проходить. Там выбираете персонажа, героя, потом вы начинаете там трассы проходить на одной планете, потом на другой планете, там и так далее. И там все круче и круче, и сложнее трассы, и круче машины можно выиграть. В итоге игрушка получилась очень крутой, такой забойный рок-н-ролл рейсинг, неспроста, потому что здесь используется музыка из хитов рок-н-ролла, различных групп.
о действительности, которая там есть. Вот. Крутецкая игрушка, ребята, катастрофически рекомендую поиграть в эту замечательную игру. Вот. Просто потрясающе, на самом деле. Вот. Я помню, мы играли ее вот на даче с моим товарищем Женькой. Я вам рассказывал, да, в предыдущей записи, что мы в Дюну играли. У него также вот Rock'n'Roll Racing тоже вдвоем мы очень долго и много в нее играли. Я проходил не раз эту игру. И пройти ее можно с удовольствием. Просто кайф. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня мы заканчиваем. Это была реально крутая... Блин, ну как Donkey Kong, все-таки классная игра. Вообще класс. Сложная, но классная. Ну, честно говоря, не знаю, возьмусь ли за нее еще раз. Это я не знаю. Но масса впечатлений положительных. Вот, выдержка, конечно, она дала нам жару, да. Без валидола здесь не справится. Спасибо вам большое, дорогие друзья, за то, что смотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал, на YouTube, на Rutube, на VK Play. Вот, и следите за нашими новостями. Будем в следующий раз, кстати, будет новая игра. Какая, не скажу. Это будет либо классика, то есть либо Sega Dendy, возможно, либо мы что-то возьмем на из эксклюзивов на Nintendo Switch. А может быть будем менять и так. Ну, в общем, мы сейчас обдумываем все это и примем решение с Алексом Скаем, как нам двигаться дальше. Всем большое спасибо. Пока-пока. Были на канале Retro Console Team.